Всем привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы с вами приготовим невероятно вкусный и простой салат. Если вам интересно, то, конечно, продолжайте смотреть. Первое, что нам нужно с вами сделать, это две пачки вермишели мелко поломать и залить сметанно-майонезной смесью. Я уже вермишель, как вы видите, подготовила и сейчас буду заливать сметанно-майонезной смесью. Я где-то буду брать 5 ложек майонеза и 5 ложек сметаны. Теперь эту смесь хорошо перемешиваю и оставляю для набухания наш роллтон. Минут через 30 мы с вами продолжим делать наш салат. Ну вот примерно так должен роллтон набухнуть, уже становится мягким. Сейчас сюда буду добавлять яйцо. Среднюю луковицу мелко порезанную, помидоры порезанные кубиком, ветчину, банку кукурузы и солим по вкусу. Все хорошо перемешиваем. Если не хватит майонеза, то немножечко добавить. Я совсем немножечко добавлю майонеза, буквально пару чайных ложек, чтобы просто салат был более таким, с таким насыщенным майонезным вкусом. Вот такой салат у нас с вами получился. Салат очень интересный, простой и невероятно вкусный. Надеюсь, что мой ролик вам понравился, был для вас интересным и полезным. До новых встреч на моем канале. Пока-пока!